50 площадь Коммунаров. Очень хороший памятник скульпторам Лысенко. Классика, так сказать, монументального искусства. То есть здесь все, так сказать, сконцентрировано на одном сюжете. Один коммунар умирает, передает знамя другому. Очень хороший памятник, и мне будет очень печально, если вот эта вот волна декоммунизации нашего монументального пространства, она коснется этого памятника. То есть возьмут, снесут, как Ленина. А он, между прочим, хороший памятник, вот с точки зрения эстетики. В 1936 году его поставили, то есть его поставили к 20-летию Великой Октябрьской социалистической революции. В 1941 его немцы взорвали, то есть полностью уничтожили. Но в 1967 году его восстановили в первозданном виде. Речь пойдет не об этом памятнике, а об этом месте. Речь пойдет о генерал-лейтенанте Якове Александровиче Слащеве. Вот это вот место, где были вот чуть-чуть дальше там, где были расстреляны так называемые 61 коммунар, именем которых назван завод. Список этих людей опубликован давным-давно, то есть он долгое время, так сказать, был таким, так сказать, ну, почти секретным. Ну, в музее Лягина там можно было найти, там, в Краеведческом музее он тоже был. 57 еврейских фамилий, 3 украинских, 1 немецкая. То есть вот этих вот людей вот здесь расстреляли. Расстреляли по приказу деникинского генерала Якова Александровича Слащева. Очень неординарная личность. И, собственно говоря, вот он пробыл здесь, у нас в Николаеве, 3 недели. Если так вот все спрессовать время, он тут приезжал, уезжал. То есть у него была зона ответственности Новый Буг, Вознесенск, часть Херсонской области, там до Чернобаевки, и Николаев. То есть если вот спрессовать все это время, которое он был тут в городе, то это будет 3 недели. 3 недели, так сказать, деникинского, вернее, его генеральского присутствия. Ну, что тут произошло в городе за это время? Ну, во-первых, когда он сюда вошел, то есть когда вот бронепоезд непобедимый, так сказать, вошел на станцию Николаев, когда 13-я дивизия генерала Улагая вошла сюда, Слащев принял город под свое комендантское руководство. Что он сделал в первое время? Во-первых, он сюда пришел после того, как были здесь большевики, всякие там зеленые атаманы, там какие-то оккупанты. То есть вот когда вот калейдоскоп властей вращался непрерывно. Ну, в том числе, так сказать, здесь было долгое время власть советов. Что он сделал? Во-первых, когда он пришел сюда, вот в магистрат, городская дума отрядила к нему делегацию с просьбой восстановить в городе нормальный гражданский быт. То есть он, Слащев, огляделся по сторонам, заплеванная гостиница лондонская, кучи мусора на центральных улицах, на центральных площадях, заплеванные там семечками, там, не знаю, там все... Дороги там, какие-то костры горят, сожженная гостиница с салем. И он все, так сказать, сделал очень жестко. Ну, во-первых, он разделил город на районы. То есть вот тут у каждого командира полка была зона ответственности. Ходили патрули, зажглись газовые фонари электрические. Он запустил электростанцию. Обязал всем, кто работал в гражданских и государевых учреждениях, выйти на работу. То есть открылись школы, открылись библиотеки, открылись музеи, открылись театры, открылось временное отделение Русско-Азиатского банка на Большой Морской. То есть вот ему так поверили. В первые 3 дня он повесил за мародерство 24 человека. Среди них было 7 белогвардейцев, то есть его людей.
То есть два офицера и 5 солдат за мародерство, просто-напросто. То есть вот такими вот жестокими методами он устанавливал здесь порядок. Когда после его приказа не открылись школы, он, так сказать, вызвал себе коменданта Бриселя, коменданта города, спросил, почему не работают школы, учителя не получают зарплату. Он распорядился из резерва, из своего личного резерва платить учителям зарплату. Это так, на всякий случай. Все заработало, все завертелось, закрутилось. Но тут вот 7 ноября, уже по новому стилю, белогвардейский патруль хватает 4 человек, которые расклеивают листовки с подстрекательством к вооруженной борьбе и всеобщей забастовке на верфях. Естественно, что делает Слащев? Он подписывает моментально смертный приговор, то есть вот этим ребятам и те, кто находится в тюрьме пересыльной. Это совершенно посторонние люди. Абсолютно посторонние люди. Их здесь хладнокровно расстреливают, вот чуть-чуть дальше там. Трупы запрещают убирать 3 дня, они тут лежат, там сдуваются, начинается процесс какой-то разложения, только после этого он разрешает забирать родственникам тела, так сказать. Слащук, он понимал, что вот нужен порядок. И вот по воспоминанию одного из делегатов, которого отрядила городская дума к нему, даже фамилию запомнил, Брещак, имя не помню, а его даже и нет. Он говорит, что мы хотели порядка, но не такой ценой. То есть все было жестко. Запретил уголовное и гражданское законодательство, то есть карманников, нарушителей комендантского часа. Он установил комендантский час с 21.00 до 05.00. Их всех отсылали в тюрьму. Карманников сразу вешали. Воров, там, грабителей и так далее, и тому подобное. И вот таким образом он умиротворил город. Но город был несчастлив при нем. То есть, когда он объявил мобилизацию, он тут должен был набрать 2800 человек для того, чтобы их отправить в Крым, куда его отправила Деникинская ставка. Какой-то нотариус спрятался в подвале. Когда его вытащили, в подвале дома. Когда его вытащили, дезертир. На глазах у семьи, двое маленьких детей и жена, его расстреляли. Тут же через 2 часа он отдает приказ выставить срочно караул возле зверинца и выделить деньги на кормление птиц и животных. То есть вот там, где вот был зверинец Леонтовича. То есть вот какие-то вот противоположные распоряжения. То есть ему было наплевать на людей, но он любил животных. Вот такой вот. Для того, чтобы понять, что это был за человек, здесь надо, наверное, сказать немножко о его биографии. Он родился в 1885 году, 29 декабря. Там по новому стилю это 86-й уже. Вот. В Санкт-Петербурге, в потомственной военной семье, его отец был полковником царской армии. Он закончил привилегированное училище Гуревича в Санкт-Петербурге. Затем Павловское военное училище, очень престижное по тем временам, там все называли павлоны. То есть у него там прямая дорога в гвардию была. Причем учился очень хорошо. На японскую войну он не успел попасть. Он в конце 906-го закончил. Дальше у него была академия генерального штаба. Такая вот нормальная карьера. Он закончил ее вторым. То есть очень способный был человек. Пошел служить в гвардии финляндский полк. У него там
что его переклинило, он стал делать карьеру. Причем делать карьеру не так, как делают ее там, ну, там вот престижные офицеры. Он женился на дочке командира финляндского полка. Всего-навсего. И сразу командир роты, командир батальона, там, замкомандира полка там, и так далее и тому подобное. А когда он получил статус офицера генерального штаба, он стал штабником. То есть вот штабистом таким. То есть он планировал операции там, и так далее и тому подобное. Когда началась Первая мировая война, он стал очень популярным в своем полку. Во-первых, у него было атрофировано чувство страха. Чувство страха, 5 ранений, 9 высших орденов, там, Георгий, там, 4-й степени, золотое оружие георгиевское за личную храбрость. То есть его солдаты любили. Когда начался весь этот бардак, все это разложение, то есть, которое, так сказать, вот, со знаменитого указа Керенского, он, естественно, загрустил, но личный состав, который иллюстрировал офицеров московского полка, где он служил, ну, грубо говоря, кого-то убивали, кого-то изгоняли там и так далее и тому подобное. То есть офицеров очень часто убивали в 17-м году. Его не тронули, так сказать, он благополучно ушел. Сначала он уехал в Ростов. В Ростов он не попал к Корнилову. Корнилова уже убили. Он попал прямо к Деникину. Сначала он был начальником штаба Ушкуро, так сказать, в партизанском отряде. А потом начальником штаба, то есть вот мозговым центром генерала Улагая. Он там очень быстро сделал карьеру, командовал третьим корпусом, вот именно с этим третьим кавалерийским корпусом он занял Николаев. И ставка Антона Павловича Деникина, которая распрощалась с Крымом, его просто вот кинули туда. Так, вот Слащев, защищайте Крым. И дали ему аж целых 1,5 корпуса. Ну, это, грубо говоря, ему дали 7000 человек. 7000 человек, 2 бронепоезда ему дали для защиты Крыма. Авиаэскадрилью, по-моему, одну. Ну и там всю эту инфраструктуру. Там интендантов, там снабженцев, там и так далее, тому подобное, мастерские там. И вот он ушел из Николаева в Крым. И этот человек, он продлил гражданскую войну на 14 месяцев.